комментировать. Поздравляю Орску с победой. Провели два разных тайма. В первом тайме полностью провалили игру, во втором тайме уже опять видели. Создали моменты, один забили, удаление сломало. Опять же, что комментировать? Ну, ходит красивый, в голубой футболке мальчик, блин. Свистит уверенно, блин, молодец, здорово, отсудил, претензий к нему никаких нет. Вот, поэтому, ну что можно сказать, блин. Наверное, еще раз скажу, комментировать пусть нечего. Я же еще раз говорю, что ввели сумасшедшие штрафы за критику арбитра. Поэтому даже говорить нечего. Вы знаете, я всегда завидовал Запорожью и Днепру, что у них хорошие детские школы и много футболистов вместо, с которыми можно и нужно работать. И вот второй тайм, посмотрите, заменили трех. Слово по фамилии, не знаю, ну как это было, шутили, когда-то трех Максимов заменили, вышли все украинцы, смотрите, что с нами они сделали. Плюс еще удалили, у них игрока, остались 10 человек, всегда говорят, когда кого-то удаляешь, команда мобилизуется, и приходится так, после нелепого гола, который мы пропустили, превратили в нервотрепку, хотя первый тайм не предвещал вообще ничего. Но я сегодня хочу сказать хорошие слова в адрес судейства. Сегодня впервые судейство против Запорожья судило, как заслужат эти футболисты. Сколько они делают фолов, мы говорим, что Ярмаша сегодня специально не поставили. Потому что как играют в Запорожье, все со сбитой головой его уносят. Сегодня Громова унесли. Хотя в том эпизоде было все по делу. Там нельзя сказать, что была грубость. Но то, что все фолы, которые постоянно пользуются эти игроки, сегодня наконец-то... Почему лучше верить с нами, это впервые произошло.